Четвертый сезон «Хонтур» представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур «Хонг-Арена.ру». И всем привет! Это заключительная на сегодня игра команды КАМ против команды ТАП. На данный момент КАМы ведут 1-0. Со мной в сокасте по-прежнему Никитон и FL Snow. И команда КАМ. Эмпас, Свифтблейд, Мидас. А команда ТАП — Магмус, Ревенант и Дарк Леди. В телевизоре кто-то был или кто-то просто был? Это вы, Федя, вроде. Я был. Эти волки. Ну, кто-то там шуршит шоколадкой. Да. Может, прорекламить? Не шурши. Питерский шоколад. Так, что у нас получается? Дарк Леди против Мидаса. Пахивает Закидоном. Ну, пока что Мидаса можно отправить в Митас и в Тавхарту. Все равно Закидон. Почему? Дарк Леди и Свифта убьет. Дарк Леди вообще всех убивает. Не знаю. А если там будет Свифтом пас? Вот Стоуна, например, не убьет. Смотря с кем суппортом. Вот Ревенант суппорт. Убьет. С фейзами убьет. С фулового не убьет. Все от Ревенанта зависит, как он будет прогревать на линии. Раб, кстати, даблмидом пахнет. Вот-вот, Стоун решит, так сказать, законтрить. Поздноватенько. Поздноватенько. Уже там Рапсодия, уже явно. Что, там Рептайном попахивает, нет? Он не в бане? Нет, ну, не в бане. Ну, в принципе, сейчас Каму могут, да, взять как раз Рептайда. Эмпас Рептайд, Сьюблейд, Рапсодия, Изи и Мидас страдать на харду. Папет Мастер. Мама, папа, да. Это у нас трипла против Дарк Леди, Манап. Я так понимаю. Папа и... Маста. А, нет, стоп. А, сложно. По-моему, камы не ходят манапить. А, это манап. Камы с Казандаром на свифте ходят манапить. Это очень сильно похоже на манап. Через свифта. Потому что Папет легко стоит против Фуллстоуна раз на раз. Бида стоит на миде против даблы, против соло стоит по-любому. Чоппер. Чоппер. Ага. Чоппер для команды Атай, это мистер Зилич на Чоппере, это... прям как в 2011-м. Сигнатурочка. Даже... Сигнатурная сигнатурочка, я бы сказал. Прям вообще сигнатурнее некуда. Сигнатурнее, олдскульнее, чем Зилич на Чоппере. Это как, не знаю, кто там только, нас наскакивает? Только Пибоди как кастер. Вот. Сложно. Сложно. Сложно и сложно. Our task is a dangerous one, Paragon. Это где? А это что было? Это два аватара, типа? Не знаю. Может, Федя нас троллирует? Что? Что происходит? Почему так вы это слушали? Не знаю. Я вообще ничего не слышал. Ты че, там, Рапсодия скала или импаст? Да не, ну сейчас у всех стримы будет, а у вас нет. Значит, я крутой, а вы нет.
Я тоже слышал. Ну что вот, было? Я же говорил. Это Рапсодия или Эмпас сказала? Мне кажется, это Рапса. А хотя не, Эмпас. Нет, то Эмпас больше эффектов, значит, это Эмпас говорит. Это печально, конечно, команде АТА будет стоять против такой триплы. Очень печально. Ну вот Стоун на изичах против Папита простоит. А вот в смысле на изичах? Он блюлей будет получать. Вот Стоуна Папита нет. Конечно, получает. В смысле еще... нет? Вот таких лещей получает, ты чё? Раз на раз ничего он не получает. Что, Федя, ты ни разу за Лоудстоун не стал против Папита? Таких это лещей стоял. Получает. Просто плиты как замаксил и всё. Ну-ка, Саша, объясни. Ты видел Затару Лоудстоуна? Я думал, он ботинки себе просто купит. Конечно, нет. Он прочекал лайн сначала. Ну и что? Единственная опция — стоять в деревьях и оттуда добивать. Да Папит соло его так быстро не выгонит. Сейчас вообще идеально приобрести себе щиточек, который там грейженный. И все. Ничего. Ластикер, крепочек. Ну, Паска тем временем закрылась стенкой Магнуса, прогрела его на пол хп, нету ни хила. Не, зря я написал, у всех духи заговорили. Это да, реально. Утеснично звучало. Неплохо, так разминают-то. Dark Lady прокачала третий спел, сразу ушла. Ну что, кто Хасла выиграет или старая школа? На кого ставочки? Олдбой. Олдбой все-таки. Покажет этому молодняку, да? Наверное. Шпана. Цвак. Вот-вот, идет доминация. А будет сигнатурный аркан на чоппере? Будет. Ну хотя на Мидасе не было. Лостон уже с ботинками, кстати. 260 гпм, это больше чем у Папита. А тем временем забирают у нас Лейнанта. Жесть, Диктор у меня на минимальных даже звуковых эффектах орёт как молодой. Правда там... Иллюзии Магнуса бегут. Сбей ману, Silence Doom. Да. Ну или как его там? Иллюзиями? Да, Silence Doom. Почему мне кажется, что Магнус кричит Гаш? Гаш! Добьет. Вы все знаете, что у нового Диктора при трипл килле... Ну, он рыгает, короче. Нет? Я такой, я с первого дня, как его выпустили, играл с ним там. Что-то я... Прорыгание. Мне такое понятие, как трипл килл, не знакомо. Да, но в игре-то у тебя их делают. Он рулет делает только на 0.3. Рулет? Какой рулет? Это как? Наоборот. Тем временем Папит подцепил Лоудстоуна. Есть первый спал? Нет первый спал. Ладно. Лоудстоуну прохладно. Так, Магнус. Стенка! Да, правильно! Надо было его убить вообще. Как же его там пи... В смысле, ну, кидало туда-сюда? Об стенку так... Птичками швыряется этот импас, ну-ка. Может, Магнус и Ревенант догадаются, что им надо куда-то свалить отсюда? Они ничем не помогают ТДЛке. Ну, можно пойти, например, мистера Кумана загангать. Кстати, значит, мистера Кумана, вы посмотрите, как... Ракетки залетают! Как страдает Лоудстоун, сейчас шестой получит, посмотрим. Мистера Кумана 21 на 6, а Лоудстоуна 18 на 2, и он вообще недалеко ушел.
Ну это... Ничего, с чего? Рассказ от Мидас, но тут подходит Магнус на хосте, ракетка залетает, и это будет или не будет? Будет фраг. Будет. И... Нет, 2-1, 2-1, против... это нет, это нет. Не, 2 это не больше, считается. 2 больше, чем 1. Трейнер, трейнер. Как бы, может он стратегия этой команды? Трейнер, трейнер. Как один бы у нас мистер кричал, трейнер! Да я этого бы сделал, че честно тут. Да, а тут один хук. Не, доминировал, доминировал хук, а тут один хук и проиграл. Тем временем. Дайвит и забирает. Да, забирает. Ревенант, свали оттуда. А, тем временем забирает Магнуса второго уровня. Который непонятно, что вообще. Он хотел сотворить смерть, но сотворил ее сам. Сотворил смерть, да. Стимбутс и Папитан. Вот что он там, бутылочка нужна, что ли? Без бутылочки. Берклейд ищет свою смерть прям вот упорно. Забирает Минотавра. Она Минотавра убрала. Должна убить на третьем спиле. Молодец, умница. Надо уходить теперь. Нет, нет. Да нет, зачем? Летит что-то, красная банка, видимо, он курит. Сейчас ее прибьют тут. Нет. Варк, кстати, не дают снять. Время сейчас просто у реварда закончится. Да. Печалька. Крутится Свитблейд. И... Хотят забрать... Закрутится? Да, на двух саппортов, как заблинкался. Как молодой. Ну и все. И тут Магнус приходит, надо так станчик подвоим, но на танцполе, ты сейчас же тут умрешь. Хотя у Магнуса саппортов нет, подходит Ревенант. Что это за журавль такой? Это курьер, вот этой парагон. Редкостная. Какой же он уродливый. Редкостная. Нет, красивый. Че, вот это красивый? Но он настраивался, похож на... В коллекции Парагон все идеально, кроме курьера, походу. Вот рядом обезьянка летит на эту курсу. Да, кто быстрее? Эх, Парагон все-таки впереди. На пол корпуса. А это все потому, что он донатный. Где баланс? Да, вы не знаете, что... Вы, кстати, не знали, что Парагон курица летает 310 МС, а вот простая обезьянка 300? Покупайте Парагон. Покупайте коллекцию Парагона, вы будете, типа... Ну, на 10 МС больше, тем временем олдбой раскастовывает Мидаса. Блин, какого... И все, теперь-то понятно, да, что олдбой круче, чем... Да, доминация. Сваг Йова, Нью Тим. Не, там на ганга, это нечестно. Да. Трейнет. Прилетает на Зилайн Паска. Ну так-то олдбоя на всю команду не хватит, камы на топе доминируют. Да. Доки пока не особо по ГП, ему 220. Рапса разминает неплохо Дарк Леди. Свифт Слэш! Неплохо! Ничего себе, там тычка на 20 тысяч ранжа взлетела. Да, заумнили Дарк Леди опять. Царя короля. Стики не успел прожать. На 10. Там тычка взлетела, да, 5 тысяч миллионов секунд. Вот Стоун против МПАС. Ну втащи, а ну втащи, давай. Кстати, да он она без ботинков тащил бы ей, блин. По стенке тащит, кстати. Нет, он. Нет. Это там будет... Там будет где-то порядка 900 урона, а у Папита... Ну, кстати, с каким ботинком тащит? Забегает в инви... А, old это boy. Вообще в грибах, old так-то boy. Свифта должны забирать, Саленс, три ракетки. Даже без ультимейта раскастовали Свифтблейда. Тем временем два саппорта тут сейчас, походу, будут забирать Магнуса пытаться. Но прилетает на мид еще Лотстоун. Сейчас увидит эмпасочку. Лотстоун может что-то плохое. Что-то не то, не идет герой! Раскастовывает дуду. Стан. Стан, ну эмпаску по-любому заберут. Хотя рассказ! Весь рассказ заявил Лосон за счет того, так что... Так можно еще убить Рапсодию. Да, ракетки минус ракеткой, еще минус ракеткой, минус с маской и
Еще минус руки откатил. Астан там не будет. Рапсоди откатилась стакан. Сейчас Мидас раскастуется хорошо. Ой, как сдуло Магнуса. А тут так-то пришел Блэйд снизу. Походит, Блэйд крутится. Паппет шоу. Блэйд. До свидания, Чипер. До свидания, Лайстер. Да. Гасты на ДЛ-ке, 10 минут, ну, в принципе, сойдет для такого лайна. 260 кпм. Паппет приближается к своему шрауду, вот это уже проблемка. Большая проблемка, кстати, потому что Дартеди не приближается ни к чему. Да. Пока что команда АТА приближается только к Анисиду. Постепенно. Так-то вкусный, да, Свифтбейт стоит, хотят ехать. Ой-ой, да, залетает Дэл, но отпрыгивает. Казандар на опыте просто. На гостах он. Ну и на опыте тоже, конечно. Тикс, байтит на Свифта. Довольно-таки явно. Раскастал байтит на ТДЛ. Инвиз, залетают саленсом. Рапса не успевает засейвить. Успевает. По ней проходит дэмэдж. Тут же быстро ее забирает. Сидблейд размутился. Не лучше. Самая удачная ульта у Сидблейда за всю историю Хона. Нет, у меня бывает еще удачнее, конечно. Но это уже другая история. Там удачнее некуда было. Первый слэш прошел. Чипер, а все остальные по крипам. Удачнее. Минус раскастывает трипл стак. И, кстати, у него в бутылке реген. Ему даже на базу не придется уходить. Чан банки закинет. Из-под пива. Ну, второй. Львов закинет. Так, тем временем, Белка разминает эмпаску. Умирает за эмпаску. И даже не разминает эмпаску. А как можно Паппет там... пришел. Подцепил Магнуса. Магнус, у тебя же есть пару спеллов, которые можно выводить. Спеллы, ну ладно. Короче, кам лучше жмут кнопки. Да. Ходьбы героя, похоже на то. На миде бой пытается. И получилось. Стрейдера на импас. Чуть забущенного много, у нее тут всего варды и деревца. Тем временем на Мидасе хоста, ПК, на Свифте описал. Ну да, немножко описали команду Атаны А это никогда не пойму, зачем да. Спорте Ревенанте Максис Мортификейшн. Нет, самый домашний спел, по сути, как. Но суть-то в том, что как только ты Максис Мортификейшн, ты свою задницу никуда перемещать не хочешь, вместо того, чтобы с инвизом и первым спелом, затрачивая мало манны, убивать. Сейчас Рапсу заберут. А вот тебе Мортификейшн подъехал, но Рапса слишком плотная. Сидблейд. А, да, Дарк Леди опять. Да, умирает от Паппета. Ну, Шрауд реализован. Приобретать себе Грейв Локет и... Как это штука? Так, въезд в Мидас, тем временем, да, Чипер. Да. Карта есть же. Щух. Мимо. Вот Стоун, кстати, на ПК почти вышел. Дарк Леди выходит пока что только на 9 уровень. Это все ее на данный момент. И надо уже Energizer, наверное, выходить. Energizer, ну да. Он как раз будет, кстати, ну... Даже не знаю. Вот сейчас вот выходить в Кливер, по сути, у тебя сустейнер минутик 18 появится, и то дай бог. Чем можно было бы в Свифта выйти всей толпой? Ну, тем временем Паппет подошел. Миди Паппет вышел. Он рассказ от Мидаса. Да ладно? Убежал. А Паппет, Паппет Холд-то не повесил? Хотя... Нет. Да, повесил Паппет Холд. Но он даже если бы его повесил в момент полета, он бы просто слетел без него.
как засыпал и как подставил Магмус троих. Чипер до сих пор продолжает жить. Скорее всего, заберут еще Паппета. Да, Стоун заберут Чибард. Неплохо, минус два. Все это время продолжает фармить Синдблейд. Пасочка, крутится, Свитблейд уходит. План перехват. Ревенант, уводишь крипов у Керри. Остановись. Да, скорее всего, будет выход в кливер. Будет выход в кливер? Да. Пум-пум, провал. Нет. Придется тянуть команде Атавлейт игру. Делки, кливер окупается всегда. Вот, абсолютно всегда. Если ты умеешь играть на этом персонаже, знаешь, что и где и когда фармить, тогда он окупается у тебя в 100% случаев. Ну ладно, в 99%. Может, это Вангард? Вчера Мэтчбейн показывал. Да, не, ну Мэтчбейн с Вангардом, ну это еще было в мете, но Делку с Вангардом я даже в германском не видел в исполнении. Ну а какие варианты у царя императора? Сустейнер, два Бродсворда, Керун Кливер. И рефрешер? Нет. 35-й, да? Круто. 45-й. Как подцепили этого Сивблейда на Варде. Кто-то показал, что ну сейчас, мне кажется, он обоих вас размотает. Ну-ка, Ревенантик, иди сюда. Правильное решение. Нельзя видеть топ ГПМ в команде. Так-то по XP не особо отрывались командокам. Вот по голде, правда, 6000. Пустили Dark Lady на фрифарм, так же и сустейнер можно на фарм. Чего? Пустили Dark Lady на фрифарм? Я же говорю, так можно и сустейнер вытащить. Так-то и проблем можно себе создать, да? А где сустейнер, там и меч уже первый. Угу. Пустили Dark Lady на фрифарм. Че Ревенант без ульты, блин, я прям глаза режет. Че за бред? Че ульта на первом уровне ничего не дает там? Конечно, или... конечно. Или на 20 ходу берешь или юзнут. Да ты что? Ничего не дает. Скиллы с инвиза давайте 10 МС. А вот сустейнер подъехал. 17. Так, ульта, Клоуд, попытаются что, да? Забрать Паппет Мастера, но нет, лол. Слушай, ты жадный. Поверил в себя. Слушай, поверил в себя, он просто отдался. Как же сделать хорош? Да, ну и... Так, вот сустейнер на Dark Lady разгоняет фарм. Нет, это реально, ну, профитная тема, кливер Dark Lady. Конечно, профитная, топовый артефакт, но... Да, он собран к 14-й, хотя бы до 20-й. Нет, он будет собран после 20-й. Это даже сейчас можно сказать. Ну, это да. Мне кажется, нет, сейчас еще кстати, он заберет, мне кажется... Dark Lady. Ну, явно оставили на фрифарме. Да. Держит статик фарм. Сейчас Свитблейд. Опять кто говорит? Опять. Я не один принимаю наркоту. Перед Эмпаско вроде было. Как это происходит? Из-за чего? Там, наверное, кнопочка есть, поговори. Чё за новые эффекты? Это крутейший. Эффект затролльса кастеров? Или что там? Во, во! Не, так-то круто. Да. Если бы еще Парагон Аватара не только на саппортах выпускали, а то я не могу прям... Хага, Паппет Мастер будет. Вот, отлично. Значит, Хага и Паппет там будет. Так, потому что... Магнус в инвизибилити могут сейчас подцепить Сьюнблейдика, который будет фармить крипов-то. Нет? Или да? Или все же нет? Подходит тут еще Мидас. С траволами, с порталкеем и с хостой. Как этого мистера Мидаса догнать? Ну вот они уже сделали с Ревенантом все то, чего он не хотел. Как-то просадили Паппета. Так-то у Делки. А Делка уже первый меч. Подходи. Firebrand. Магмус там фармит крипчиков, выход на ПК, кстати. И Магмус тоже остается до ПК-то. Так, тем временем, очередная смерть у Паппет Мастера, забирает еще и Эмпаску, скорее всего. Очень
Очень неплохо. Сикс Мидас раскастует, скорее всего, всех. Да, попадает по Бладстоуну, ульта. Конечно, все с слэшем. Бладстоун. По-другому не могло просто случиться. Портал Кей на Магмусе, 10 уровень. Арба на Мидасе, 400 кп. Подъехали. И Папита, 392. Вот и пока на Магмусе подъехал. Даргледи, 650. Да. Пытаются забрать. Знаете, и убивают. Баут, йо баста. Да, ужасно все, а ты... Не, ну как, у них уже лучше все, чем было раньше. Dark Lady-то сейчас уже приобретает Battle Fury через буквально сколько? Если кредит 400... возьмет, то она его приобретет. 400 монет. Не, у нее уже есть один меч. Разве? Да. Да, конечно. Ну вот сейчас подходит Puppet Master и Dark Lady. Максим, беги! Нет. Что верно. И оттягивает вверх. Оттягивает, да. Блин, как же мне жалко эту белку. Я просто представляю всю эту боль. Я бы на месте его не просил команду там. И чё бы ты сделал? Выиграл, продал сустейнер и купил энерджайзер? Нет, выиграл бы эту игру. Такая, такая угроза. Туда, от ТДЛ с фейсами. Кстати, почти. Не, в смысле, ДЛ с фрезами. Ну а с чем есть? С ПТшкой быть? Плотность? Свифт. Подсветку Сюдбэйда? Да. Четыре ракетки залетают, крутилка. Ладно. Так, ДЛ-ка. Видит много фарма, но там ее уже ждет Мидас. Нет, нет! Еще вышку заберет. И пачку крипов. ДЛ живи. На папте тем временем доминатор 250 голды до кливера. К 24 нормально, к 23. Три кора по 400 плюс ГПМ. Грибы заюзал Лотстоун. Есть же. Mission completion. 23 минута. Все, пошел фарм. Mission completion. ТДЛ-ки надо еще и шранкин и... Да, сразу ГП за 300 перевалил. Нет, как смех-смехом. 0.5.2. Я не думаю, что я сейчас тут пофармить. Ну почему? Ну... На протяжении 10 минут дают. Ну там периодически дохнет 0.5.2. Все равно ГП-то поднимается. Ой. В Мидаса залезла импас. Ну, сейчас вот Дэл по-любому умрет. Да. Блин. Нафармила пятихат. Нет. Беги. Нет. Боль. Царь, чувствуй. Еще линк от импаски, до свидания. Да. Ну, прикольно, если бы сейчас Парагон аватар какой-то. Has been slain. Айсбрэн появляется тем временем на Свитблейде, и это потенциальный просбёр. Будет ли у него Даунбрингер, это вы узнаете в следующей части игры. Фармить не могут выйти, просто тяжеловато. В соло не пофармить, вместе тоже могут. Надо с Dark Lady ходить и секьюрить Dark Lady, имея вижен, при том надо поставить. Да, заберут и тебя, и Dark Lady. Всё, как бы это тупо не звучало, но им надо какой-то файт сделать.
Ну то, что иначе... Мидас сейчас уже будет с Хиксой и... Ого! Ничего себе, опять эта парочка. Опять Куман жертва. Так, въехали в свифта, не дают ему заюзать. Ничего, но слишком плотный. Ой, залетает, ну, там, ой, Стив! Ты чё, будешь жить, что ли? Нет, 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 дождите. Да ну! Было бы прикольно, если бы сейчас все слэши прокликал по ней. Не, если бы заклинание еще забрало, было бы чаще. В самом деле все шансы на камбэк. Бы вышло из игры. Камбэк? Все шансы на камбэк есть. Да почему я нет? ТДЛ не осилит свифта и папита. А, ТДЛ в легкую осилит свифта. Конечно, когда ты хекс получишь с ПК. Папита осилят чипер с лодстоуном, как они это уже четвертый раз подряд сделали. Мне кажется, вот они его сейчас опять ждут, если... Если бы сейчас не пришел бы на мид... Ой, на мид... На низ Мидас... И мы сейчас опять пошли и забрали этого папит, который опять летит так, на тот папит же момент. Покупает топор. Ему надоели издевательства. Хочет бустануться. Чипер, кстати, на сотом. Да, опять идут. Тут. Злобные. В этот раз хитрые камы устроили засаду. Лодстоун. Два грибника. Два грибника столкнулись, лоб. Как-то поздно грибы раскрылись, нет? Я не да, нет, почему они должны? Никто не попал в Vision. Два грибника друг друга не увидят, если они лоб-лоб встретятся. Они потерлись друг друга. Привет, тоже. Вот и поговори. Эх, потереться об моржа. Моржелия, раскрыл тиммейт, Лостон. Какая ульта. Отличная ульта от Рапсодии. Стан от Магнуса, чебирает Лостона. А вот и Делка подъехала. Да, ошибка ошибочная. Ошибка ошибочная. Что вы делаете? А Делка живет? Нет, не живет. Живет. Залетает с ПК Рапсодия. Достаката одна секунда. Привет. Кумана там, походу, уже все горит. Блин, за что еще парагон такой классный вот так? А чё это вокруг них еще светится? Это аура Рапсодии, что ли? Да. Ну да, Рапса сейчас сделал тимфайт. Рассказ тут от Кибера и от Сифта взамен. Ну а так, ты мог бы сейчас? Не мог. До свидания, Свин. А, нет. Папит! Да, умирает Мидас. Да ну. Чё, дезер так наказывай! Наказывай этого жадного! Да, он сейчас догонит, мне кажется. Давай дрели ему. Ну, пора бы уже прыгать. 385, а там 365. Мансует Куман. Как лев львиный, чувствует, 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 чует его. Хоста? Неспроста. Лол? Просто, просто чуйка. Ты чё, нюх? Нюх зверя, что ли? Включай Барби, ты беги, как никогда не бежал. Ну вот. Руна хосты. Дал 15 уровень, 300 гп, 0.7. Но выход с ранки есть. Уже. Ну хоть что-то. Ой, какая пачка идет. Давай, давай, давай. Раз. Папит побежал за опять за Делкой. Кстати, он ее чуть ли не встретил. Так, Swift Blade. Байджит на Swift, да? Рассказывает ты от Лодстоуна. Стан. Успели засадить. Опять Рапса тут как-то... Бывают... Дарпледи. Блин, это больно. У них неплохое... Блин, КВ от Лодстоуна. Есть ТПшка? Даже не отпустите, ребята. На миди падает тауэр.
А Мидас делает молнии или ребра, или что это, ребра? Молнии. Молнии? Да, ребра Вазгуарк, наверное, начну. Ну, не знаю, типа, Хасл, Сварк. Включи, там. Брат, сейчас будут проблемы. Весь в золоте. Можно позволить себе. Седлет постепенно приближается к своему шрауду. Блин, ну Дархнеди так-то приближается. На траволах прилетает Мидас. И Мидас убивает одного. Еще и Чипера. Убивает второго. Do as your master commands. Да, вот теперь все ужасно, конечно, для команды АТА. Я уже больше в Дархнеди не верю. Потому что 0-8. Так, Тейлка. Попытались подцепить Паппета, но Паппет сейчас на развороте, так ты можешь. Вроде если попадать скиллами, то можно убивать. Паппет шумка. Рассказ тут ты от Лодстоуна. Залетает неплохо. Кстати, очень хорошо. Мидаса. Но тут опять этот морж. Ну хотя Магнуса раскошелился. Морж руинит катку просто для команды, да? Третий раз морж дыхит свою команду. Надо потом говорить, что он плохой игрок. После этих ультов. То он на своей Маржелии всех лечил, теперь на Рапсодии сейвит. Маржелия — это Офелия, кто не знал. Много куриц тут летает. Две вперед, одна назад, уже две назад, три назад. И команда Кам тоже идет назад. Забрали лейн. Рассказ по Делке. Ну, убивает еще и Чипера. Да, видимо, это же. Ой, Магнус, Магнус забрал все же Рапсодию. И Мидас, походу, убьют. Но умирает еще и Магнус. Молнии полностью обгреженные появляются на Мидасе. Травала. Полетел. Кинжура на свете. Да, и это 2-0 для команды Кам. Поздравляем. Да. Кам. С превосходной. Это у них сегодня получается ничья и победа. И победа, да. 4 очка. Ну, на этом на сегодня у нас все. Всем спасибо, всем пока. Записи игр, которые сегодня транслировались, будут на Ютубе примерно через часик 3-4 в хорошем качестве. Всем еще раз пока. Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на Тур Хон Гарена.ру.